Всем привет! Мы ведем репортаж из Бернли с арены Дёрфмур. Мы — это Георгий Чертаемый, 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Итак, состав Тоттенхэм. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Всем привет! Мы ведем репортаж из Бернли с арены Дёрфмур. Мы — это Георгий Чертаемый, 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Итак, состав Тоттенхэм. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Всем привет! Мы ведем репортаж из Бернли с арены Дёрфмур. Мы — это Георгий Чертаемый, 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Итак, состав Тоттенхэм. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Всем привет! Мы ведем репортаж из Бернли с арены Дёрфмур. Мы — это Георгий Чертаемый, 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Итак, состав Тоттенхэм. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. То есть до 28 тысяч. Ну а рекорд посещаемости был здесь в 1924 году, когда на матч против Хаддерсфилда пришло 55 тысяч. Где все они разместились, я понять не могу. Делли-Алли. И пробил. Очень неточный. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Развивается эта атака, что ты... Нужно выходить вперед, бей! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Эрик Дайер. Ну, решай же!